Здравствуйте. Наш вебинар начнется в 20:00 по московскому времени, а пока что у вас есть несколько минут, чтобы проверить, все ли в порядке с вашими техническими устройствами. Видите ли вы меня? Слышите ли вы меня? Я рада вас приветствовать. Как ваше настроение? Готовы ли вы слушать? Приготовьтесь слушать и задавать вопросы. Хорошо. Алена видит меня и слышит. Так, отлично. Приготовьтесь слушать внимательно, задавать вопросы. Здравствуйте, Полина. Отлично. Так, через минуту где-то мы начинаем. Приготовьтесь. Надеюсь, что мое выступление будет полезным и интересным для вас. Приветствую, Киев. Так. Хотя нас пока немного, но, думаю, мы с вами будем работать интересно, плотно. Вопросы профессиональные. Все ли меня видят хорошо и слышат? Все ли в порядке? Так, буквально через минуту мы начнем. Отлично. Отлично. Итак, 20:00 по московскому времени, и мы начинаем. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Белоедова Анна Викторовна, я магистр журналистики. Сегодняшний вебинар будет интересен и тем, кто уже учится у нас, и тем, кто только собирается присоединиться к нам. Мы хотим, чтобы наши вебинары помогли вам найти ответы на сложные или, наоборот, легкие профессиональные вопросы. Тема жанров, конечно, тема сложная, но она должна быть интересна тем, кто профессионально увлечен журналистикой, тем, кто собирается заниматься журналистикой именно на профессиональном уровне. Я надеюсь, что ваш вебинар поможет вам сориентироваться в огромном количестве жанров современной периодической печати. Я напоминаю, что наша встреча проходит в реальном времени, и ваше активное участие, у нас будет часть, посвященная интерактиву с вами, будет только приветствоваться. Итак, и хочу предупредить вас, что если по ходу вебинара будут возникать вопросы, то запишите или запомните их в конце своего выступления. Я постараюсь ответить на наиболее интересные, на те, которые будут интересны, на мой взгляд, вам услышать. Итак, начнем, собственно, наш вебинар. Под журналистскими жанрами понимаются сформировавшиеся на практике и сложившиеся в культурной памяти устойчивые содержательные формы, хранящиеся в социально разработанных канонах освоения объекта и его репрезентации. Такое достаточно тяжеловесное определение, такое наукоемкое определение, но на самом деле все достаточно просто. Под журналистскими жанрами подразумеваются устойчивые типы публикаций, объединенных сходными содержательно-формальными признаками. И вот эти вот признаки называются жанрообразующими факторами. Всего в журналистике выделяют три главных жанрообразующих фактора. Это предмет отображения, способ отображения и метод познания действительности. Вот с этих трех позиций мы с вами и рассмотрим, как в журналистике формируются те или иные жанры. Итак, что может выступать в журналистике предметом отображения? Это могут быть актуальные общественные и природные события, и тогда это будут у нас информационные жанры. В основе этот предмет лежит в основе информационных жанров. Это могут быть явления, процессы, ситуации во всем богатстве их проявления. И тогда перед нами будут аналитические жанры. Или же предметом отображения в журналистике может выступать личность человека. И тогда перед нами будут жанры художественной публицистики. Второй признак, второй жанрообразующий фактор – это способ отображения действительности. Я думаю, что вы уже поняли,
да, вот могли проследить аналогию, да, вот также выделяют три главных способа отображения в зависимости от трех групп жанров. Да, это фактографический способ отображения, то есть когда описывается исключительно фактаж, то есть что, где, когда случилось, и это будут информационные жанры. Это аналитический способ отображения, да, то есть прослеживается, пытается ответить на вопросы, почему это произошло, да, пытается объяснить, каковы причины были события, что будет дальше, да, спрогнозировать. И это будут аналитические жанры. И наглядно-образный способ отображения лежит в основе художественно-публицистических жанров, да, где не только нужно представить событие, но и представить образ этого события, да, сформировать образ, яркий образ этого события. И последний жанрообразующий фактор – это метод, этот, который использует журналист для написания того. И существуют три такие группы методов, да, вот выделяются в теории. Это эмпирические или документальные методы, такие методы, как наблюдение, беседа, интервью, работа с документами. Это теоретические или специализированные методы, анализ, синтез, дедукция, да, научные методы или оценка, прогнозирование. И художественные методы. Это различные способы и виды троп, да, которые существуют. Например, создание метафоры, да, через метафору создание образа определенного, или одушевление, да, или гиперболизация, то есть преувеличение, или индивидуализация, да, выделение какого-то типичного образа. Все это методы художественной публицистики. И вот в зависимости от да, вот этих жанрообразующих факторов, признаков, профессор Александр Алексеевич Тертычный предлагает разделить нам все жанры журналистики, периодической печати, да, журналистики, на три обширные группы, о которых мы уже с вами говорили. Это информационные, аналитические и художественно-публицистические. Но вы должны помнить, да, и понимать, что в теории не существует одной единственной точки зрения. Да? Это традиционное деление на жанры, но есть и другие различные, да, вот точки зрения. Мы с вами рассмотрим еще одну. Их существует масса, да, если вы зададитесь целью, если вы будете интересоваться и почитаете какие-то книги, да, вот по теории журналистики, то вы найдете несколько классификаций. Угу. Например, вот такая интересная, немного специфическая классификация для жанров журналистики, но я думаю, будет интересно и вам о ней узнать. Да, вот, например, Галина Викторовна Лазутина и Светлана Сергеевна Распопова в своей концепции уходят от понятия жанра как такового, да, от вот этих вот устойчивых типов публикаций, о которых мы с вами говорили. Вместо этого они предлагают рассмотреть классификацию жанров сквозь призму шести видов журналистского творчества, да, шести видов журналистской деятельности. Вот перед вами на слайде они видны. Я назову вид и назову те жанры, которые они относят к этому виду. Да, например, они выделяют новостную журналистику, туда они относят заметку и репортаж. Проблемно-аналитическую журналистику – это корреспонденция, статья, обозрение, комментарий. Очерковая журналистика, да, – это различные житейские истории, зарисовки, очерки, эссе. Смеховая журналистика, да, это юмористика, розыгрыши, байки, шутки, сатирические заметки, фельетоны, памфлеты. Культурно-просветительская журналистика, да, это различные рецензии, обозрения, искусствоведческие статьи, например, научно-популярные тексты. И последний вид – это интерактивная журналистика, да, это когда происходит общение журналиста либо с аудиторией, либо с респондентом, либо с интервьюируемым, да, человеком. Это и обзор писем, вопрос-ответ, отчет, интервью, беседа. Это тоже такой интересный взгляд достаточно на, да, вот деление жанров в журналистике. Но мы с вами рассмотрим классическую теорию. Да? Классическую теорию Александра Алексеевича Тертычного. И начнем, конечно же, с вами с информационных жанров. Итак, здесь на слайде у вас представлены те жанры, которые, по мнению, да, профессора, входят в группу информационных жанров. Это заметка, информационная корреспонденция, информационный отчет, информационное интервью, блиц-опрос, вопрос-ответ, репортаж и некролог. Мы с вами рассмотрим, да, вот основные из информационных жанров. И начнем с вами, конечно же, с заметки.
Я думаю, что этот жанр знаком каждому, кто участвует в нашей беседе, да, и встречался каждому, кто участвует в нашей беседе. Хочется сказать, что существует несколько жанровых разновидностей заметки. Достаточно много. Вот мы с вами попробуем рассмотреть и посмотреть, что от чего как отличается. Во-первых, выделяется событийная заметка, самая частотная, самая распространенная. Да, и все эти вот виды заметок отличаются по предмету отображения. В событийной заметке, да, предметом отображения являются различные события либо положение дел. Да, и здесь главное фактологическое описание, да, то есть строгий ответ на то, что, где, когда произошло. Ну, давайте рассмотрим с вами пример. Пример заметки. Под названием «Зверополис украли вместе со зверями». Да, сценарист Гэри Голдман обвинил компанию Walt Disney в незаконном использовании его идей при производстве анимационного фильма «Зверополис». Голдман утверждает, что для «Зверополиса» использовались персонажи, сюжетные ходы и даже диалоги из его проекта, которые он дважды предлагал кинокомпании, но оба раза ему отказывали. Да и так далее. То есть здесь излагается просто положение дел. Да, такое описывается событие, излагается положение дел. Это событийная заметка. Следующая разновидность – это анонс. Анонс. Вот данная разновидность заметки, в чем отличается от всех остальных? Тем, что в ее основе лежит превентивное сообщение, да, то есть предварительное сообщение о будущих всевозможных культурных мероприятиях, выставках, концертах и так далее. Ну, вот и пример, который я подобрала для нашего вебинара. Да, например, «Мумий-тролль» отметил юбилей дебютного альбома основными концертами. Да, и, собственно, сообщается, что 29 и 30 марта в таком-то месте пройдет концерт. Да, то есть анонс, предварительная информация. Следующая разновидность – это аннотация. Аннотация. Чем аннотация отличается от анонса? Да, и от других остальных разновидностей заметки. Аннотация, предметом отображения аннотации, является уже состоявшееся информационное явление, да, уже состоявшееся информационное событие. Это могут быть книги, статьи, фильмы. Да, и цель данной публикации – кратко описать качество нового продукта. Да? И пример, который брала, да, «Манчестер у моря как преодоление личной трагедии». И здесь идет краткое описание фильма, да, аннотация к фильму, который получил в 2017 году «Оскар». Любой, да, из читательской аудитории может прочитать, ознакомиться кратко и решить, смотреть ему или не смотреть. Следующая разновидность – это мини-рецензия. Мини-рецензия. Чем она отличается от остальных жанров? Мини-рецензия представляет собой оценочную заметку. Да, в ее основе тоже лежит в качестве предмета информационное явление. Книга, кинофильм, пьеса. И цель такой заметки, да, – сообщить читателю о впечатлении после знакомства, да, с этим информационным продуктом. Ну, к примеру, мини-рецензия. Да, здесь не важен анализ, да, здесь важно только отношение автора, его мнение, да, его оценка. И, к примеру, «Уставшая от жизни Росомаха» называется материал, который я нашла. Да, и здесь повествование обычно идет всегда от первого лица, присутствует оценка, да, скажу сразу, что не являюсь таким уж ярым поклонником. То есть здесь описываются эмоции. Следующий вид, это такое в сравнении посмотрим с вами, разновидности, это блиц-портрет, мини-обозрение, мини-история и мини-совет. Что, как, что, от чего отличается? Блиц-портрет – это жанровая разновидность заметки, где цель – дать краткие сведения о человеке. Да? Такое первичное представление о личности человека. Чаще всего блиц-портрет не является таким отдельным жанром, а сопровождает какой-то такой большой материал, да, где дается отдельной врезкой, такой отмеченной, да, такой краткая информация. Например, где он родился, что он делал, да, чем занимался, такие краткие сведения его биографии. Следующий такой поджанр, да, подвид заметки – это мини-обозрение.
мини-обозрение. Здесь сравниваются два, да, или какая-то совокупность событий. И средством, да, вот критерием этого сравнения выступает какой-то один признак. Эти события, несколько событий могли произойти в одно и то же время, или же могли быть посвящены какой-то определенной тематике одной, да, вот мини-обозрение, мини-история. В основе мини-истории лежит какая-то такая интрига, семейная, любовная, профессиональная, да, такая короткая история. Очень часто мини-истории публикуют женские журналы, да, где рассказывают о каких-то таких профессиональных, или любовных или семейных приключениях. И следующая разновидность, да, и последняя разновидность заметки – это мини-совет. Да, это такая заметка, основным содержанием которой является программная информация. Программная информация – это значит то, как нужно что-то сделать. Да, такой какой-то алгоритм заложен. Ну вот, вот так. А теперь давайте с вами попробуем на основе того, что мы, да, вот только что изучили, рассмотрели разные виды заметок, определить, какой, какая разновидность заметки сейчас перед вами. Готовы? Я прочитаю материал и попрошу вас написать в нашем чате, да, попробовать дать ответ. Какая же это разновидность заметки вот из всего того, что мы рассмотрели? Да, мы рассмотрели мини-совет, мини-историю, мини-обозрение, событийную заметку, анонс, мини-рецензию, аннотацию. Итак, читаю материал, а вы пробуете определить. Слова называются «Слова-паразиты, чего не стоит говорить на работе». Начальник прибавил зарплату всем, кроме тебя, повысил коллегу, хотя ты справлялся лучше. Есть буквально несколько фраз, употребление которых мешает тебе продвигаться по карьерной лестнице. Хотя, скорее всего, ты об этом и не подозреваешь. Итак, первая фраза «ну». Мы любим добавлять это бессмысленное междометие в самые разные предложения. «Ну, я думаю, что» или «ну, мне кажется». Если сравнить их с аналогичными фразами, без «ну» сразу станет понятно, насколько последние звучат увереннее и серьезнее. Второе «извините, но». Есть несколько ситуаций, в которых искреннее извинение уместно. Но ты явно ими злоупотребляешь, если включаешь даже в самые простенькие предложения. «Извините, у меня скромный вопрос, но…» Следующая фраза, да, «на самом деле я считаю» или «на самом деле я не согласна», ну и так далее. Итак, кто-нибудь догадался, что это за жанр? Попробуйте написать хотя бы предположение. Хотя бы предположение. Что напоминает, да? Мини-совет, отлично, Максим определил жанр правильно. Спасибо большое, Максим. Да, потому что мы видим, здесь заложена программная информация. Отлично, отлично. Стася Назаренко, совет, отлично. Вы правильно догадались. Да, здесь мы видим, что заложена программная информация. Да, что нужно делать, чтобы быть лучше на работе. Спасибо большое за ответы. И поехали с вами дальше. Следующий, да, мы уже вид заметок рассмотрели, и теперь пойдем дальше рассматривать информационные жанры. Самые большие сомнения всегда вот вызывают, да, когда пытаются определить, какой перед нами жанр, вызывают вот эти вот три информационных жанра. Это информационная корреспонденция, репортаж, информационный отчет. Давайте с вами попробуем вот рассмотреть, что является чем. И вы тогда наверняка не перепутаете их. Итак, информационная корреспонденция. Что она из себя представляет? Ее предмет – какое-то единичное событие, явление или действие. Она может включать в себя фактологическое описание предмета, то есть что, где, когда. Да, мы помним факт. Но и некоторые элементы оценки автора, предписания или прогноза. Ее цель – сообщить некоторые лежащие на поверхности параметры отображаемого явления. Немного так громоздко звучит, да, ее определение. Но здесь имеется в виду, что вот, корреспонденция, она близка, по сути, к репортажу, но таковым никогда не является, так как автор, да, вот, никогда не присутствует на месте события, и в тексте это всегда чувствуется, да, в отличие от репортажа, например. Да, вот репортаж, его своеобразие возникает в результате развернутого применения метода наблюдения, да, и тщательного
тщательной такой фиксации результатов наблюдения. И авторы репортажа всегда стараются создать эффект присутствия, да, путем описания каких-то деталей, настроений, обстановки, да, в котором происходит событие, каких-то живых, да, вот деталей, восклицаний, там, возгласов толпы, например, да, если это репортаж с какого-то такого события достаточно динамичного и интересного. Да, то есть репортаж, когда мы читаем репортаж, у нас создается впечатление, что мы в гуще событий, да, мы внутри этого события, внутри этого материала, который мы читаем. И информационный отчет, да, он отличается сухостью подачи информации, такое использование канцеляризмов часто очень бывает. И у него всегда специфический предмет. Да, предмет – это событие, которое совершается в форме обмена информацией. Что это такое? Да, это конференции, заседания, симпозиумы, такие достаточно серьезные события. Да? И тогда, да, если мы видим сухое описание какого-то заседания, конференции, мы сразу понимаем, это информационный отчет, да, если достаточно короткое по объему, короткий по объему материал. Если мы видим такое динамично описанное развитие событий, да, сопровождаемое фотографиями яркими, какими-то дополнениями автора, да, вот мы чувствуем, что мы внутри этого события, значит, перед нами репортаж. Если мы видим, да, рассмотрение проблемы или какого-то события достаточно такого в такой пересказывательной манере, да, то тогда перед нами информационная корреспонденция. И нет никаких проблем. Так, следующий информационный жанр – это жанр информационного интервью. Этот жанр, я думаю, знаком каждому. Каждый сможет его отличить, хотя бы из-за его вопросно-ответной формы. Да, вот в основе материала, собственно, лежит метод интервью, да, так он и появился, возник, который фиксирует собой реальный процесс интервьюирования или даже специально строится в вопросно-ответной форме, да, в форме интервью. Вот информационное интервью, внутри него, да, вот в самом материале всегда заложен информационный повод, да, то есть из-за чего разговаривают именно с этим человеком. Такой, попыталась найти достаточно показательный пример, давайте к нему обратимся. Да, материал. Надеюсь, что не упаду у вас со сцены. Рошен Мерфи об опасных гастролях, Тарковском и независимости. И, собственно, вот он пошел, информационный повод, да, такая подводка. В субботу, 18 марта, по Московской площади, Йота Спейс, на Московской площади Йота Спейс выступит британская певица и так далее. Да, и дальше пошло интервью с ней. Да, вопрос автора. Некоторое время назад вы выпустили альбом итальянских песен, что вас на это подвигло? Да, и ответ пошел дальше героя. Да, и вот так выстраивается вопрос на ответной форме. Это информационное интервью. Следующий жанр информационный – это жанр блиц-опроса. Блиц-опроса, он несколько похож на интервью, да, такое, по методу получения информации, но интервью – это когда много вопросов задают одному человеку, а вот блиц-опрос – когда многим людям задают один и тот же вопрос. Да, и обычно блиц-опрос сопровождается фотографиями тех, кого опрашивают, посвящен какой-то определенной теме, обычно тоже есть привязка к информационному поводу. Давайте с вами рассмотрим пример, тоже такой достаточно показательный. «Стоит ли бороться?» – да, название материала. И идет подводка, да, вот сообщается информационный повод. 31 мая – Всемирный день без табака. С такого-то года в этот день проводятся акции, которые призывают курильщиков задуматься о собственном здоровье и так далее. Да, и повод описали. И начинают опрашивать. Да, обычно опрашивают людей разного пола, разных профессий, разного возраста. И, собственно, это и сообщается. Да? Имя, профессия, иногда возраст, коротко ответ, да? Коротко мнение человека по рассматриваемой проблеме. Блиц-опрос сложно перепутать с другими жанрами, мне кажется. Следующий жанр, нет, все информационные жанры, мы, да, на некрологии не будем сосредотачиваться, думаю, уж его-то точно ни с каким другим информационным жанром не перепутаешь. Да, там специфичен предмет отображения, да, смерть человека какого-либо и краткая информация об этом человеке. Не будем останавливаться. И рассмотрим с вами аналитические жанры. К сожалению, да, вот вы видите, что аналитических жанров очень много выделяют. Да, это и аналитические отчеты, и аналитическая корреспонденция, и аналитическое интервью, и аналитические опросы, беседы, комментарии, социологическое резюме, мониторинг, рейтинг, рецензия, статья.
обозрений, обзор СМИ очень-очень большое количество. Но мы с вами, к сожалению, ограничены по времени, поэтому рассмотрим только основные из жанров. Если тема аналитических жанров вас заинтересует, то вы сможете написать, да, вот, в наш оргкомитет и с предложением, да, такой, провести вебинар на такую тему. И оно будет обязательно рассмотрено, и мы пойдем вам навстречу. Но сейчас коротко рассмотрим. Итак, аналитическое интервью. Первое. Первый жанр, который мы рассмотрим. И возьмем мы именно его, чтобы как раз сравнить, да, чем информационное интервью отличается от аналитического интервью. Итак, если информационное интервью несет в себе лишь сообщение о факте, да, то есть отвечает на вопросы «кто», «что», «где», «когда», то аналитическое интервью, кроме того, содержит и анализ факта, да, включает в себя при этом вопросы «почему», «каким образом», «что это значит». Да, вот роль автора аналитического интервью, заключается прежде всего в том, чтобы своими вопросами направить, да, вот анализ респондента вот куда нужно, да, вот, чтобы он проанализировал проблему целиком и полностью. И давайте тоже обратимся к примеру. Думаю, на примере будет понятней. Называется, да, вот материал «Говори, да не заговаривайся». И, да, в качестве лида, в качестве подводки, так ли мы безграмотны, как думаем о себе? Более 60% участников тотального диктанта ежегодно получают двойки. Да, вот, собственно, выводится эта социально значимая проблема. И задается тон анализу. Насколько верно, что год от года мы становимся более безграмотными? Да, об этом РГ поговорила с главным редактором портала «Грамота.ру» Владимиром Пахомовым. И дальше, собственно, идет интервью, да, где не сколько какому-то информационному поводу, да, посвящено, сколько мнению эксперта, да, вот, в заявленной проблеме, в заявленной такой острой социальной проблеме. Так, следующий жанр – жанр рецензия. Жанр рецензии, я думаю, знаком каждому, особенно тем, кто интересуется журналистикой. Возможно, кто-то пробовал себя в этом жанре, да, пробовал работать в этом жанре. Что такое рецензия? Это жанр, основу которого составляет отзыв, и прежде всего отзыв критический о произведении художественной литературы, искусства, науки, журналистики, да, медиакритика, я думаю, знакомое вам понятие тоже. Но цель рецензии не просто, да, вот, осветить это информационное явление, да, рассказать о нем, сколько проанализировать, да, вот его значение для культуры, возможно, современной, для там, среды, да, в которую оно вошло, в которую вышло, да, вот эта книга, этот спектакль, фильм. Но в качестве примера, да, давайте с вами обратимся к примеру, думаю, будет понятнее тоже. Называется материал «Джим Джармуш. Стихи и музыка. Крутой без причины». Да, и вот оно тоже может содержать в себе информационный повод, да, этот материал. Например, 24 февраля Антон Долин представил свою книгу «Джим Джармуш. Стихи и музыка» в петербургском книжном магазине «Подписные издания». О том, из чего состоит эта работа, рассказывает Николай Никифоров. Да, то есть вот предъявляется, собственно, нам, что будет анализироваться, да, заявляется, кто будет анализировать книгу, фильм, да, в данном случае книгу, и, собственно, потом идет анализ, да, потом идет рецензия. Например, Джим Джармуш посидел 15 лет студентом, он год жил в Париже, где не вылезал из синематеки. Вернувшись в Нью-Йорк, Джармуш подружился с множеством музыкантов, а дипломную работу снял под руководством Николаса Рея. У него есть гражданская жена. Собственно, это все биографические факты, которые можно почерпнуть из книги Антона Долина, да, и название книги. То есть здесь идет уже описание, анализ книги, собственно, рецензия. И последний жанр аналитический, который мы рассмотрим, это жанр статьи, да, такой основной жанр аналитических, да, вот в группе аналитических. Что такое статья? Я думаю, что сам жанр тоже знаком каждому. Он очень часто встречается на страницах газет, журналов. Да, статья, как можно вот определить, да, жанр статьи? Это глубинный анализ актуальных, общественно значимых процессов, ситуаций, явлений, да, и анализ управляющих ими закономерностей. Какие же бывают виды статьи? Да, это общеисследовательская, тактика, аналитическая и полемическая статья.
общеисследовательскую статью невозможно спутать с другими видами статьи. Да, это публикации, в которых анализируются общезначимые, широкие вопросы. Да, например, автор такой статьи может вести речь о направлениях политического и экономического развития страны, да, вот в целом, или рассуждать об уровне нравственности, или вот во всем обществе в целом. Да, то есть такие крупные проблемы берутся в основу анализа. Тактико-аналитическая статья, с ее тоже сложно спутать. Да, вот в ее основе лежат какие-то актуальные практические проблемы промышленности, сельского хозяйства, предпринимательства, культуры. Да, то есть такие более мелкие проблемы по сравнению с общеисследовательской статьей. И полемическая статья, также ее сложно спутать. Да, полемическая статья обычно является ответом на уже опубликованную, да, как правило, статью, опубликованную оппонентами. Это могут быть представители чужой научной школы, какие-то политические оппоненты, это могут быть, не знаю, критики художественные, которые придерживаются других позиций, других школ, все что угодно. И, к сожалению, на статье мы с вами закончим обзор аналитических жанров, но да, мы говорили с вами, что если заинтересует эта тема, то вполне можем к ней вернуться в рамках уже другого вебинара. И также кратко рассмотрим с вами художественно-публицистические жанры. Сейчас они, конечно же, чрезвычайно актуальны и интересны. Среди художественно-публицистических жанров выделяют очерк, фельетон, памфлет, пародию, сатирический комментарий, легенду, эпитафию, колонку, эссе. И в чем же особенность художественно-публицистических жанров? Такая интересная цитата, ну, это интересно, надеюсь, и вам понравится. Художественно-публицистические жанры обычно относятся к авторской или писательской журналистике, подчеркивая тем самым их особый характер. Проявляется он прежде всего в повышенной требовательности к языку, художественной образности, эмоциональной насыщенности текстов, глубине авторского обобщения действительности. В силу этого освоения искусства выступление в художественно-публицистических жанрах считается наиболее трудной ступенью при восхождении к вершинам журналистского мастерства. И с этой цитатой, я думаю, невозможно не согласиться, потому что работать в художественно-публицистических жанрах, конечно, наиболее сложно. И, ну, тоже, к сожалению, достаточно бегло их рассмотрим и начнем с очерка. Очерк по праву считается королем художественно-публицистических жанров. Да, вот с точки зрения его подготовки, его написания, он один из самых сложных. Существует несколько видов очерков, да, мы их рассмотрим. Но вначале все-таки с вами поговорим о том, что составляет сущность очерка, да, то есть как рождается этот жанр. Вот в основе очерка лежит репортажное, то есть наглядно-образное такое начало, да, и исследовательское или аналитическое начало. Причем развернутость, да, вот этого репортажного начала воспринимается как преобладание художественного метода какого-либо, да, вот создание этого художественного метода автором. А аналитическое начало, да, это те методы, которые использует автор при создании какого-то из очерков. Да? Выделяют три вида очерка: это портретный, проблемный и путевой. И поговорим вначале о портретном очерке. Портретный очерк достаточно тоже частотный жанр. Вы можете встретить в журналах, в газетах менее часто, но в журналах наверняка. Да, вот предметом такого очерка выступает личность. Причем, да, вот характер этой личности, характер героя, персонажа публикации дается, как правило, в каких-то нетривиальных ситуациях. Да, то есть такой фишкой портретного очерка является показать обычного человека в необычных каких-то обстоятельствах. Ну вот в качестве примера очерк, посвященный личности и творчеству Евгения Шварца, конечно, его нельзя называть тривиальным обычным человеком, но все же, да, называется «Евгений Шварц, бриллиант на обочине». И, собственно, тоже есть такой определенный, да, определенный информационный повод, которому посвящен материал. Да, сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца, великого драматурга и так далее. И дальше идет описание не сколько жизни или творчества, да, вот нашего героя, сколько как раз показываются различные ситуации, где высвечиваются его какие-то качества личностные. Да, доброта, то, что он занимался всегда с такими молодыми людьми, стремился им помочь.
Вот в этом и суть портретного очерка, да, показать, как обычный человек меняет судьбы других. А следующий очерк – это проблемный очерк и путевой очерк. Рассмотрим вместе их. Сразу. Проблемный очерк. Предметом отображения выступает проблемная ситуация. Но вы можете спросить меня, ведь проблемная ситуация может лежать в основе и аналитических жанров. И это действительно так. Проблемный очерк очень часто путают со статьей. Но в чем разница? Нужно вот ее проследить нам с вами и запомнить. Тогда никогда не ошибетесь. Развитие, да, вот проблемы в очерке никогда не предстает в голом виде. В голом в кавычке, да, в голом виде в кавычках. То есть никогда не показано через какие-то статистические данные, через комментарии экспертов, да, как в статье, через диаграммы, какие-то отчеты, сравнения, нет. В проблемном очерке проблемная ситуация представлена через ряд образов, которые связаны между собой. Да, это может быть определенный человек в проблемной ситуации, да, через этого проблемного, через этого человека и показывается развитие этой ситуации, да, пытаются найти пути решения этой ситуации. В этом главное отличие. Есть такая разновидность очерка, как путевой очерк. Тоже достаточно такой частый жанр, частотный жанр. Путевой очерк, он близок к популярной сегодня travel-журналистике, да, такой журналистике путешествий. И в связи с этим именно сейчас он актуализируется заново. Как, кстати, в телевизионной, интернет-сфере и в газетной сфере, газетно-журнальной сфере тоже. В чем сущность путевого очерка? Что лежит в основе? В основе лежит какой-то авантюрный сюжет, какое-то приключение необычное, да, путешествие и поездка, командировка, да, и описание этого путешествия, этой поездки или командировки. Это у нас были очерки. Также мы с вами рассмотрим жанр эссе. Жанр эссе, жанр колонки. Вот жанр эссе, жанр колонки, с ними немного сложнее. Эти жанры считаются, да, вот относятся к, или стоят на такой периферии жанровой системы. А все потому, что эссе является спорным жанром, потому что там в зависимости от преобладания образности или аналитичности, его могут определить либо к художественно-публицистическим жанрам, либо к аналитическим жанрам. Собственно, да, в этом такая специфичность эссе. Но мы с вами привели, да, вот я привела пример для вас эссе, которое относится 100% к художественно-публицистическим жанрам, да, это такая достаточно известная эссеистка, журналистка, литератор как у нас, так и за рубежом, Татьяна Толстая, и отрывок из ее эссе «Река Окервиль». И давайте я вам прочитаю его, потому что, да, чтобы прочувствовать, каким образом в эссе создается эта образность. «Когда знак зодиака менялся на скорпиона, становилось совсем уж ветрено, темно и дождливо, мокрый, струящийся, бьющий ветром в стекла города за беззащитным холостяцким окном, за припрятанным в межоконном холоду плавленными сырками, казался тогда злым петровским умыслом, местью огромного пучеглазого с разинутой пастью зубастого царя-плотника». И так далее, да, то есть мы видим ее литературный прием, да, ее метод создания образности, нанизывания, да, эпитетов, определений, такой, создание такого полного, тщательно проработанного образа. И последний жанр художественно-публицистический, или не художественно-публицистический, сейчас мы с вами определимся, да, это жанр колонки. Вот с этим жанром еще больше споров, да, еще больше непонятности. Потому что колонку, некоторые исследователи колонку и вовсе в жанр-то определенный не относят, а считают, что колонка – это просто место на полосе. Да, это треть вертикально расположенного материала под одним авторством. Да, то есть считают, что внутри вот этой третьей полосы может находиться любой жанр, абсолютно любой. Но некоторые исследователи, и я в том числе, считаю, что колонка все-таки это отдельный жанр. Да, и вот как раз то, что на этом месте всегда публикуется один и тот же человек, да, вот он и является этим жанрообразующим признаком, да, этим связующим
звеном, да, вот, который колонку делает, собственно, жанром, да, потому что именно эта часть, да, именно эта колонка, именно это расположение на полосе характеризуется своим голосом, своим стилем, вызывает интерес читателя. Да, например, такие достаточно известные тоже и в России, и за рубежом колумнисты, это Юлия Латынина и Дмитрий Быков. Ну вот, они. И в завершение давайте с вами попробуем еще раз определить жанр. Но вначале, итак, мы с вами рассмотрели различные подходы классификации жанров. Кто запомнил, на какие три большие группы делятся все жанры журналистики? Попрошу вас написать в наш диалог. Какие три обширные группы, самые большие группы? Так, кто-нибудь догадался у нас? Что мы рассмотрели с вами сейчас? Какие три обширные группы? Никто не вспомнил? Отлично, Полина, Максим, отлично. Да, это аналитические, информационные, Виктория, отлично. Спасибо, спасибо, что внимательно слушали меня. Отлично, Алена, спасибо большое. И теперь немного посложнее задание. Давайте с вами попробуем определить снова жанр материала. Но сложность в том, что он может каким угодно быть. Информационным, и аналитическим, художественно-публицистическим. Попробуем разновидность угадать. Угадать, узнать. Нет, уже не угадать, а узнать. Итак, сам материал. Внимательно читаем. Я его тоже озвучу. Материал называется «Как лунный свет победил Ла-Ла-Лэнд. Главные моменты Оскара». Итак, сам материал. Пикирующие с потолка конфеты, шутки про Мэтта Дэймона и самый эпичный фейл за всю историю Оскара. Итог прошедшей в ночь на 27 февраля церемонии. По мере продвижения звезд кинотеатру Долби, небо над Лос-Анджелесом все темнело и темнело. Поговаривали, что церемония... Отлично, Лена, я даже не успела дописать, это действительно репортаж. Угу. Все догадались, почему? Какие жанрообразующие факторы вы можете найти и выделить? Напишите, пожалуйста. Как вы поняли, что это репортаж? Может быть, Елена, которая первее всех ответила. Ага, присутствие, эффект присутствия, отлично, да? Когда мы читаем этот текст, отлично, последовательность действий, присутствие, отлично, все верно. Да, то есть, когда мы читаем и чувствуем, что мы внутри этого материала, да, то есть мы видим все, что видит журналист, детали, отлично, просто отлично, да, то есть, когда создается этот эффект присутствия, когда вы внутри этого материала, да, тогда действительно это репортаж. Спасибо большое за активное участие. Вот наш сегодняшний вебинар подходит к концу. Если у нас есть несколько минут для вопросов. Постараюсь ответить на вот некоторые из них, а может быть и на многие. Если у уважаемых слушателей вебинара есть вопросы, то задайте их, пожалуйста, в нашем чате, в нашем, да, вот, диалоге. Подумайте, есть ли вопросы? Я с удовольствием отвечу. Вы были очень активными слушателями. Спасибо вам за... Так, хотелось бы вебинар по поводу журналистского расследования. Отлично. Я думаю, что мы обдумаем этот вариант. Я думаю, что да. Я думаю, что этот вариант можно будет обдумать. Ну, конечно, журналистское расследование – это очень интересно. Угу. Можно ли рецензию отнести параллельно к художественному жанру? Это хороший вопрос, Максим. Хороший профессиональный вопрос. Действительно, рецензию, в зависимости тоже от преобладания образности, да, мнения автора или же анализа, можно отнести и к художественным, и к аналитическим жанрам. То есть он тоже такой достаточно периферийный жанр. Но сложно, очень сложно разграничить. Да? Вот мы с вами рассмотрели мини-рецензию и рецензию. Вот в мини-рецензии там только авторское мнение, да, авторское впечатление о каком-то вопросе, да, о каком-то фильме, о фильме, книге или еще о чем-то. В большой рецензии всегда есть аналитика, ну, чаще всего. Так, да, тоже хотела бы... Журналистское расследование. Угу. Какой концепции деления жанров вы придерживаетесь? Я думаю, что вы догадались, так как мы с вами подробно остановились на разделении, да, жанров на три большие группы, то, да, я придерживаюсь именно этой точки зрения. По крайней мере, касаемо жанров периодической печати, да, именно печатных жанров. Так, говорят, что если можешь написать некролог, можешь писать в любом жанре, это так, особенно как тренируют людей на ТВ.
По поводу написания некролога, это сложный вопрос. Вот в нашей российской практике, мне кажется, некролог не особо популярный жанр, да? Там нет такой пышности, как, например, в этом же жанре в зарубежной прессе. Поэтому вот с точки зрения российской журналистики, наверное, нет. Но если мы такой американский, да, американскую версию некролога вспомним с вами, ну, постараемся вспомнить с вами, то да, там действительно такое определенное мастерство должно быть у журналиста. Там не сообщается просто, да, вот кто умер, кем он был, чем занимался, какие-то скупые соболезнования. Там действительно ищут какие-то формы интересные. Хороший вопрос. Тренируют людей на ТВ по поводу некролога. Вы знаете, мы с вами не рассмотрели этот жанр, но некролог и эпитафия, да, здесь скорее имеется в виду, вот от Стаси Назаренко вопрос, здесь скорее имеется в виду эпитафия. Да, эпитафия – это жанр, который относят к аналитическому или к художественно-публицистическому, тоже он такой на стыке. Это когда не просто сообщается о смерти человека, да, вот какие-то краткие биографические сведения и соболезнования, а где как раз рассказывается о том, что он сделал, да, какое значение он имел для значения, не очень, конечно, слово подходящее, но вот какую роль он играл, да, в той сфере, в которой работал, как там, в сфере искусства, например. То есть эпитафия – это совсем отдельный жанр. И мне кажется, что вот Стась, конечно, его имеет в виду, и ТВ, эпитафии, да, вот ТВ – это тоже такой долгий разговор, и который, наверное, стоит все-таки обдумать. Спасибо, Стась, большое за вопрос, очень интересный. Угу. А есть ли еще вопросы? Есть ли еще вопросы? Алена, спасибо большое. Я тоже благодарю вас за то, что вы внимательно слушали, принимали участие в интерактиве. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно послушать информацию. Спасибо большое. Спасибо, Максим.